Ну, я просто видел фотоотчеты, значит, не мог участвовать, потому что был далеко где-то. Да, и я сказал уже Ниночке, что нужен Маяковский вообще для описания вот этих картин. То есть нужны крупные мазки, нужен очень решительный и мощный человек. Поэтому у меня, конечно, это иначе. Все музы в одной упряжке, в искусстве бетонной стяжки, где герой не ломает комедию, а в духе античной трагедии. В порыве высоком идет до конца, не требуя славы, даров и венца. Спокойно и просто, без лишних слов, бьется за метры бетонных полов. С лопатой в руке, о себе забывая, как подлинный рыцарь переднего края. Он машет, бросает, и хаос теснит, с верой твердой, что он победит. И будет герой этот сильное чувство. Всему вопреки, строй дом для искусства. Вам спасибо огромное, Ниночка. А Сережа этим летом добрался до Путивля. Это такая была радость вообще, такое было общение. А какой он там имел успех? Там просто люди плакали от его пения. Ниночка, человек радость... из Москвы приехал и поет на украинском языке шлягеры рок-н-ролла мирового. Люди очень... Радость вообще быть сопричастным в жизни вашего клуба, Ниночка. Потому что артерия – это, в первую очередь, конечно, люди. Вот, за которыми идут другие люди, третий, и у вашего клуба есть душа, потому что стены, это, конечно, замечательно, но даже храмы говорят, вот, не в бревнах, а в ребрах там, и так далее, так и есть. И я был счастлив вообще приехать в Путивль, и счастлив, что как-то вот я иногда оказываюсь, значит, на орбите вашего клуба, вот, потому что он сам по себе очень живой, он настоящий, в нем есть что-то подлинное, такое неподдельное, непрагматичное, а вот... На самом деле вы человек искусства, и вы посол красоты. Спасибо, Сережа. Я желаю всяческих успехов. Тост получится. Ниночка, поэтому спасибо. Для меня огромная радость, на самом деле, участвовать в программах вашего клуба и большая честь. Вот. И я, конечно, вот уже Андрею пытался как-то сказать, может быть, так косо, да, что я верю, что вот из-за того, что у вас есть люди, и в этих стенах ну чудеса. Зазвучит музыка, чудеса. Придут люди. Это куда же чудеса, но это чудеса. Мы ходим еще здесь. И я желаю вам, конечно, всяческих успехов и себе тоже. Потому что любой еще один окоп культуры. Вот. Да, потому что мир, ну как, он стирает все грани. Да. Окоп культуры. Да, культура самого андеграунда, по сути дела, потому что вот есть то, что там есть. У них они могучие. Но это круто. А вы скрыли подвиги, и вы зажигаете на подвиги. Я верю, что здесь все будет. Я с радостью вообще, может быть, обязательно доберусь, потому что я перевернулся здесь недалеко. И я хочу в первую очередь себя поздравить как гражданин этой страны, что есть такой энтузиазм и такая жажда, с которой вы все это делаете. Поэтому да здравствует артерия. Новая реинкарнация, но это не наше слово. Не будем сильно заостряться. В общем, еще одно возрождение. Вот ваше детище. Русские фениксы. Да, наверное. Феникс, так можно сказать. Мы служили в окопах культуры. И я счастлив, Ниночка, что все происходит. Я сегодня видел снова в зале артерия жива. Но артерия это же вообще важно, там же кровь. Да, есть вены, есть артерия. Поэтому для того, чтобы крови было. Куда двигаться, должна быть артерия. Она есть. Значит, жизнь продолжается. Ура! Спасибо. Ура!